Почему мир перешел к единой системе отсчета времени? Привет, меня зовут Евгений, и это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». До введения часовых поясов в каждом населенном пункте использовали свое солнечное время. Определяли его географической долготой этого пункта или ближайшего крупного города. Таким образом, разница во времени была значительной даже между соседними странами. Со временем, когда люди начали путешествовать, из-за этого стали возникать большие проблемы. Первыми почувствовали неудобство мореплаватели. Но так как они находились в море подолгу, а в порты заходили редко, перестроиться на местный отсчет времени им было несложно. Тем не менее, Португалия, Испания, Франция, Англия и Италия уже в средние века предпринимали попытки взять за точку отсчета условный нулевой меридиан. Правда, о Гринвиче речь тогда не шла. Каждая страна использовала свою точку отсчета. Лишь с развитием сети железных дорог проблема приобрела более острый характер. За счет того, что каждый населенный пункт опирался на свое время, стала возникать путаница с движением поездов. Пассажир, путешествующий по Соединенным Штатам Америки, к примеру, из штата Мэн в Сан-Франциско, вынужден был переводить стрелки часов около 20 раз. Разница во времени не только приносила неудобства пассажирам, но и вызывала аварии. Поэтому в 1870 году был поднят вопрос об установлении общего нулевого меридиана. А на следующий год в Антверпене собрался первый международный географический конгресс. Правда, там говорилось только о морских картах. Точнее, о том, что в качестве нулевого меридиана для них должен быть принят Гринвич. О материковых не было сказано ни слова. Следовательно, каждая страна могла по-прежнему принимать собственный нулевой меридиан. Единственный меридиан для всех карт был принят в октябре 1884 года на Международной меридианной конференции в Вашингтоне. Им стал Гринвичский. Возражения, конечно, были, но в качестве главного аргумента делегаты привели то, что суммарная грузоподъемность коммерческих судов, уже использующих гринвичский меридиан, составляет более 70%. На той же конференции решено было ввести часовые пояса. Не все страны сразу приняли единую систему отсчета времени. Россия формально перешла к ней в 1919 году. Однако становление поясного времени на всей территории страны прошло еще позже, в 1924 году. Последним государством, принявшим новую систему, стала Либерия, где до 1972 года официальное время отставало от гринвичского на 44 минуты 30 секунд. И сейчас путешественнику ничего не остается, как следить за стрелками часов. Но это в любом случае лучше, чем опаздывать на поезд, который отправляется от станции по местному времени. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю, до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!